Так, это Юпитер. Поднимается над горизонтом 11 августа 2020 год Харькова. Самые низкие настройки светочувствительности 20-18 по Киеву. То есть на улице еще совершенно светло. Это целенаправленно такая заниженная светочувствительность, дабы получше рассмотреть полосы Юпитера. Ну да, это Юпитер только вылез из-за облаков. На горизонте сплошная облачность. Юпитера еще даже не видно, хотя уже должен быть рядышком. Ну, я даже на экране вижу полосы, в маленьком экранчике. На компьютере 100% будет лучше видно. Очень неплохо, да, и поднимается все дальше из плотных слоев атмосферы. Но, то есть не через плотные слои атмосферы мы смотрим на Юпитера. Все выше он поднимается, меньше земного пригоризонтного воздуха. Ой, в окуляре вообще чудненько. Пригоризонтная атмосфера. Ладно, сейчас поснимаем при других настройках светочувствительности. Пока так, пока в этом дубле только.